Рейд показал, что ненецкая агропромышленная компания добросовестно подошла к выполнению требований. Молочную продукцию они продают по фиксированным ценам. Например, полкилограмма масла стоит всего 200 рублей. До 1 июля стоимость товара была в два раза выше. А 250 граммов сливок теперь можно купить за 62,5 рубля. Ценники соответствуют, да. Ценники соответствуют. Видите, ассортименты еще сегодня есть. А 1 июля, когда мы зашли, вообще ничего не было. Люди все раскупили. Все раскупили сразу, понимаете? Получается, цены упали вдвое, да? Ну, цены где-то упали, да. Продавцы отмечают, после снижения цен молочную продукцию жители Нарьян-Мара стали покупать почти вдвое чаще. Прилавки пустеют уже после обеда. Впрочем, как показал опрос, многие горожане до сих пор пока не знают о фиксированных ценах. Это хорошо, я так поняла, что дотации вокруг. Это хорошо. Спасибо. Для вас, да? Да, радует. Был очень приятно удивлен. Вот вышел из магазина, смотрю, и цены-то упали. Обычно же все у нас как в городе, растут цены. А вот на молочную продукцию, особенно для северных людей, это приятно. Новшество пока касается только продукции ненецкой агропромышленной компании. Однако остальные поставщики подтянутся, уверены в управлении АПК и торговли. За нарушение установленной цены магазинам и розничным сетям грозит немедленное расторжение договора с администрацией Ненецкого округа. Ирина Цепетова, Олег Хатанзейский, Леонид Шишилов, телеканал «Север».